Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Far Cry Primal. Гуар тичаскаманч лаусарш, мачи винджа гуамарш, а гуапати пачарш. Айш кауха дамшамас, улашвай швайда, винджа ча тичая. Так, отстраивайте деревню. Ваша деревня – безопасное убежище для виджа. Улучшайте хижины, чтобы разблокировать навыки оружия и так далее. Ищите ресурсы для строительства хижин по всему Урусу. Нажмите А, чтобы открыть меню деревни и меню мешка и узнать подробную информацию. Когда у вас будет достаточно ресурсов, отправляйтесь в деревню и улучшайте хижины. Аж. Ну давай. Так, численность. Что, маленькая что ли? Шкура оленя. Угу. То есть, для того, чтобы построить хижину Сейлы, мне требуется еще одна шкура оленя. Понятно. А, вот. Просто сюда подошел, да, и построил. Ну, давайте тогда искать шкуру оленя. Так, тут мешок еще какой-то есть. Ага. Так. И где же эти олени обитают у нас? Вот, олень. Охота средняя. Ну, давай. Так, давай лук и стрелы. Олень. Никого не видать. Никаких оленей. А, да вообще далековато еще идти до этих оленей. Так, отсюда до оленя тоже не доберусь, да? О, здорово, волк. Так, ну и долго что-то идти до этих оленей-то. Вроде как бы здесь поляна. Ну, что-то как-то не видать. Лучше бы мне зверей бы отмечали на карте, чем какие-то растения. Так, это козы, по-моему, да? А мне нужна лень. Так. Что-то тогда получается, карте-то верить нельзя. Хм. Или они куда-нибудь там мигрировали, эти олени? Блин, ну все, это все козы, это все не то. Там кабан. Во, олень. Блин.
А ну-ка, сможешь забить его? Ты же вроде хищник. Так, а я пока сланец возьму. Угу. Молодец. На, поешь. Ты пока ешь, а я пока пойду соберу с него шкуру. Так, мясо есть, шкура есть, звериная шкура есть, все. Можно возвращаться. Давай быстренько сейчас переместимся. Так, пойдем построим хижину. Нифига улучшение. Ты что, платишь, что ли? Так, хижина Сейлы улучшена. Награда, задание собирательницы Сейлы, навыки собирательства, рецепты, маскировка запаха, пылитель огня и ускоритель. Дополнительные предметы в вашем тайнике каждый день, 1500 очков опыта. Угу. Ну давай. Что надо делать? Диджам урусис маджиш такар. У диджам шамби пачи хауча. Хамаш пашта. Угу. Давай. Что дальше-то? Все, что ли? Так, это до второго уровня. Ольха, сланец, тростник, шкура мамонта. Численность 40 населения. Это я не могу. Какой-то значок какой-то странный. Подожди, а чё в итоге-то? Чё ты от меня хочешь? Ты будешь меня учить-то или нет? Не хочешь меня ничем учить? Ладно, пойдем к этому шаману. А он что-то вдалеке от всех скрывается. Шраш, шраш, баушаугас, винджа ису диджам, ма самквай дауса. А, дайва дамши, акрапи шайю кваяка. Угу. Че, тебе надо строить, что ли? О, все есть, шкура волка, тростник, сланец и ольха. Дом, милый дом. Какой счастливый, ему хижину построили. Молодец, прыгает, скачет. Дурила. Хижина Тенсея, улучшена, награды, задание шамана Тенсея, навыки шамана, 1500 очков опыта. Принять. Дальше что? Варпати, лагвальтуши дахата, салва, винжати балти дайста. Ути ула су драга гварпати, барджу паташ, ну бая ти ебауда. Все? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Костер залез. Так, поговорить с Сейлой. Пойдем поговорим. А, молодцы, мостик сделали. Хорошие ребята. Так, я что, и там что-то могу построить, что ли? Пещера Такара. Тоже могу. Давай. А где Такар-то? Радуются главное все, Такара не видать. Так, пещера Такара, награды, навыки выживания, улучшение лука, улучшение дубинки, бомба с пчелами, 1500 очков опыта.
Угу. А ваш прогресс отображается на стенах вашей пещеры. Это я знаю. Так, дальше что? Второй уровень. Слишком много чего надо. Ну, давай поговорим. А, кстати, что у меня там с опытом-то набралось? Да, у меня 3 очка навыка. Ух ты! Круто! Так, давай смотреть. Неполные ячейки здоровья будут восстанавливаться намного быстрее. Скорость движения, пригнувшись, увеличена. Чтобы пригнуться, нажмите С. Вот, блядь, еще одна ячейка здоровья. Вот это вот мне вещь нужна сейчас абсолютно. Давай. Это обязательно учим. Осталось одно. Если неподалеку есть древесина, камни и другие ресурсы для деревни, они будут отображаться на мини-карте. При поиске древесины, камня, тростника, глины и каменной пыли вы будете получать больше ресурсов. Ага, здесь что? Теперь вы можете приручать леопардов, ягуаров, редких черных ягуаров, пещерных львов и редких черных львов. Для приручения используйте приманку. Так, с помощью левой кнопки мышки дайте своей команду спикировать. Эта мощная атака позволит убить многих обычных врагов. Также вы можете освобождать зверей из клеток. Время восстанавливает 80 секунд. Так. Конечно, все это хорошо, но, наверное, лучше поэкономить. Пусть одно очко останется. Так, изготовление. Бомба с пчелами. Угу. Так, здесь южный камень, пыль южного камня. Здесь нельзя. Северный кедр какой-то, где-то его взять. Дикая собака. Ну вот, мне надо дофига шкур дикой собаки брать. Ну, давай сначала поговорим с ней. Ты дам шая угарш, Сайла. Такар гуашам. Гуашам, а, гуарпати пачарш. Ту гуама паршай. Хайта чауа су чаудам. Ну, акиста. Ми джан хаса гуашам. Чаджа. Маруа удам вайдам. Си шау си начам. Си, варджа. Да ты чё? Класс. Будам шаяр гуама двоям. Ту сай. Архи тачисла малшата гуарбати. Получили дубинку. Это здорово. На следующий день. Деревня Винджа. Доступны ежедневные какие-то там припасы. Ну-ка, давай посмотрим. Так, пчелиный рой. Ресурсы деревни. Ага. Это что? Южный камень. Ну, пока только один, да? Это редкое животное. Угу. Так, ладно. Опять поговорить с ней? Ближний бой. Дубинки – быстрое оружие, с помощью которого можно поразить нескольких целей одним ударом. Копья – медленное, но мощное оружие, наносящее удар прямо перед вами. Копья более эффективны, если их метать. Удерживайте, а затем отпустите левую, чтобы провести мощную атаку. Мощная атака оглушает врага и наносит большой урон. Зажженное оружие Такар держит перед собой. Угу. Венджа вантар хупача, удам шанти хаса. Вамаш ха, вайкарш. Ма венджа чимашта. Да что так, мне кажется, вы нифига не готовы. Ах,
Май марчасар, уинджаман, улайква! Шута марица! Офигеть! Слушай, салвагуан! Палхуда! Палхухасмас! Ну, такар масси хаяуда! Да ну, надо валить, друзья. Надо валить их. Они какие-то кровожадные. Ну, отлично, нападение. Так, обыскать нельзя. Главное, ворота атакованы. Какие тут ворота? Чё вы говорите? Ой-ой-ой, промазал. Чё стряслось-то? Подожди. Что такое? Тихо. Лечить? Все, я думал, что за значок такой непонятный? Молодец. Вернуться в зону? Хорош. Ой, сломалась, дубинка что ли сломалась? Хорош. Так, мясо. Подлечись. Ой, какой красавчик, молодец. Какого фига, что там происходит? Ой-ой-ой. Яд. Вас могут отравить пчелы и змеи, а также гнилостные испарения окружающей земли народа Удам. Кроме того, некоторые Удам будут мигать вас ядовитые бомбы. Яды уменьшают вас запас здоровья, но в конечном счете их эффект развеется. Говорят, что где-то можно найти рецепт противоядия. Так. Где еще? Ой-ой-ой, газы, команда, газы. Да чтоб тебя... На, тварь. Где кто еще? Все? Почему я-то должен идти? Такие счастливые. Так, волк. На, лови. Полечись. Хорошо, давай тогда обыщем. Нифига себе, вот это вот начало-то. Бойня. Так, а почему я-то не получил в итоге эти бомбы-то ядовитые? Нифига, у нее стрела в ноге. Смотри, выковыривает. Офигеть. Ладно, давай этих обыщем. А что, обыскать нельзя, что ли? Только перенести и нафиг мне его переносить. Вот. Знаете, еще какая-то фигня мне не нравится, что я не могу переложить вещи в тайник свой. Как бы из тайника я забрать могу, а вот в тайник почему-то положить я не могу. Это как-то, если честно, странновато.
У меня сейчас, допустим, перебор с вещами, да, я мог бы просто взять и положить их в тайник, чтобы можно было дальше собирать. Но нет. Такой возможности не дают. Ладно. Так, где тут еще один валяется? А нафига переносить тело? Странно. А, вот он валяется. Все. Хорошо, добраться до лагеря Удам. Ну, давай, доберемся. Наверное, путь будет не близкий, да? Так. Это аж сюда. Ху-ху-ху. Да, действительно, путь не близкий. Ну, тут какая-то неизвестная территория есть. Давай сначала сюда сходим. Так, пробежимся тогда, чтобы побыстрее, да, нам? Здесь придется только бегать. Так, это олень, что ли, да? Да, это олень. Так, тут мешок какой-то есть. Змеи. Я вот вижу змею. Да ладно, опять загорелся, блин. Ну-ка, давай добежим. Грохнем его. Отлично. Молодец. Сразу лечение. Поешь мясца. Так, это где-то наверху. Так, может сову позвать, а? Пусть полетает. Так сказать, отметим врагов. А, это еще куда-то наверх, что ли? У нас просто есть какая-то неизвестная территория, да? Слишком далеко. Понятно. Ну, пока здесь никого нет, поэтому можно спокойно пробежаться. Так, камни потерянных. Новое местоположение. Так, где-то здесь есть мешок. Это не мешок. Так, а где же мешок? Да ладно, фиг с этим мешком. Так, и в итоге здесь это не точка перемещения, да? А просто место на карте. Так, там еще один синий. Рука это, как там она называется-то? Надо забрать. Нифига ж себе, тут еще и крокодилы, блин. Офигеть. Вот это неожиданность была. Аллигатор. А я могу тебя грохнуть, аллигатор? Да. Офигеть. Шкура аллигатора.
Так, и где этот камень-то? А, вон он, как раз под аллигатором. Так, здесь я не заберусь. А нет, заберусь, нормально все. Окей. Так, нам сюда. Так, 100 метров, да? Может, сову позвать? Пусть посмотрит территорию. Так, скрытность. Бросайте камни с помощью Т, чтобы отвлечь врагов шумом. Пригнитесь с помощью С, чтобы издавать меньше шума и уменьшить вероятность обнаружения. Если вас обнаружили, прячьтесь в растительности, чтобы скрыться из поля зрения врага. Угу. Так, ну давай. Значит, сову. По-любому нужна будет сова. Угу. Так, убейте всех врагов. А сколько их, интересно, тут? Пока я только 4, да, вижу? А, вон там еще какой-то. О, тут их дофига. Их здесь очень много. Да, конечно, лучше вот этого снять бы. Так, как пикировать? Бомб-то у меня нету. Подожди, как пикировать-то? Было же вроде лететь медленно, зрение охотника, послать зверя. Какого зверя? Своего, что ли? Так, точка маршрута, выбрать бомбу. У меня бомб никаких нет, потому что их надо изготавливать. Может, вот так? Не-не-не-не-не. Блин. Не, ну волка убьют по-любому. Хорош. Так. На. Ешь. Так, в итоге что, остался один, что ли? Ну, точно. Хорош. Так, костяные деревья. Так, я вроде всех убил, а что за деревья-то такие? Отлично. Так, один подожгли. Где второе дерево такое? Не, подожди. Поджигай. А, нифига, что ли? Я думал, его надо поджигать. О, я дубинку свою выбросил. Стоп, подожди, в натуре я же выбросил свою дубинку. А где же она тогда, эта дубинка?
Ого. Так, уничтожить. Наверное, получается, только дубинкой я могу их уничтожить. Так, есть, одно сломали. Все-таки правильно. О, да ладно. Сдохни, тварь. Подожди, а где дубинка-то была? Вернее, копье. Ой, промазал. Так. Да куда ж ты, подожди. Эй. Ладно. Так, готов. Готов. Отлично. Уданта. Уда Мари. Ул Патигуайфа. Апа. Лайва Майя. Шаджа. Пальху Уинджа Марирс. Шаджа. Пальху Уда Мари. Уинджа Балташа. Гуайфамас. Шаус Уз Даусом. Сана Куайда Шанчи Баришай. Салва Уинджа Маруа. Мачи. Сами Гардичи Нафа. Удам, гнев Ула. Битва за Урус начинается. Отлично. Так. Ресурсы доступны. Пропавший Винджа. Нажмите М, чтобы открыть меню карты. Пропавший Винджа, обладавших уникальными умениями в последний раз, видели в отмеченных областях. Исследуйте Урус и верните этих искусных Винджек в вашу новую деревню. То есть это наша новая деревня, да? Так, один здесь охотница Джейма, мастер Вуга и воин Каруш. О как. А здесь что? Помощь. Охота на зверя. Так, это у нас следующее кострище будет. Понятно. Так, что нам? Здесь надо строить что-то? Подожди, дай пройти. Да нет, это то же самое. Так, в итоге... Надо что-то нам тут собрать до конца. Звериная шкура. Я все копья потерял. У меня нет ни одного копья. Мне надо звериная шкура какая-то. Где только ее взять? Без понятия. В тайнике, по-моему, ничего нет. А где вообще мой тайник-то? Куда он испарился? Хм. Странно. На карте вроде должен быть...
А. Вот он, тайник. Все ясно. Может быть, здесь есть звериная шкура? Копья-то потерял я. Вот что фигово. Или без разницы, чья шкура, потому что что-то как-то здесь нет ресурсов конкретно. А, нет, есть. С большинства животных. Угу. Окей. Ладно, хорошо, понятно. В итоге у меня только дубина и лук. Так, знак вопроса. Это что, надо туда идти, что ли? Ну, давай сходим. И что такое? Взаимодействие какое-то. Че, опять полетать захотел, что ли? Такари, суна. Мешаю алути фадата. Бал, бал, пафетал, урусу. Кваеква шраба. Шаю нава садада. Сайф. Наба сухаяята. Шунта. Гуар бухата. Най. Ты ебал. Ну, точно какой-то немец. Найн. У мии пафитал дав. Квай бал бал. Тур сабашмас. Шаю сакватакар, ма айспафета, натасарвай, магам. Угу. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Такар. Оу. Дуэль зверей. Что-то новенькое. Переместиться, бег, зов. Атаковать. Найти убийцу мамонтов. Ой, да ладно. Носорог, что ли? Да бей ты его. Смысл, зараза. Убегаешь, тварь? Иди сюда. Ты убей всех носорогов. Ну давай. Что, двое стало, что ли? Какое-то управление, блин, беспонтовое. Ну честно, что за задание? Вот так вот получил по шляпе. Но
Все, еще есть? Угу. Конечно. Не так-то уж легко этого носорога грохнуть. Да ё-моё. Сколько тут уже можно этих носорогов-то убивать? Ну, ё, управление, конечно, дебильное. Хорош. Угу. Да ладно, еще что ли тут? Ну давай, бей ты его. А как лечиться вообще? Хоть можно бы как-нибудь вылечиться, что ли? Управление корявое. Ну и фигня. Но не, еще пока за ним следовать. Опять будут носороги, что ли, блин? Thank you.
Ух, неужели? Не прошло и полгода. Дуэль зверей завершено. Надо запомнить со знаком вопроса, никакие фигни не нажимать больше. Не хочу вот этой фигней страдать с этим мамонтом. Фух, ладно, дорогие друзья. Была серия тяжелая, гребаные мамонты мне надоели. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.